Алтайский край и Республика Алтай вошли в список пилотных туристических регионов, которым выделят субсидии из федерального бюджета. Об этом заявили в правительстве России. Таким образом, в стране планируют поддержать туроператоров, чьи направления выбирают чаще всего. Размер субсидии на одного туриста составит 5000 рублей. Правила субсидирования утверждены правительством Российской Федерации. Туроператорам, которые пройдут отбор, государство возместит расходы на обслуживание туристов в рамках туристско-рекреационных маршрутов. Но для получения субсидии туроператорам нужно будет пройти отбор. Прежде всего, они должны дать согласие на проверку их деятельности, в части расходования средств, предоставить документы о работе за прошлый год, заплатить все налоги, сборы и штрафы. Еще одно важное условие. Продолжительность разработанного туроператором маршрута должна превышать 5 дней. Тур должен включать экскурсии в природные комплексы и оздоровительные объекты. Как пояснил Владимир Полетаев, решение о предоставлении или отказе в субсидии Минкультуры примет за 20 дней. Размер поддержки будет зависеть от количества туристов. В целом на эти цели из федерального бюджета выделят 320 миллионов рублей. Как полагают авторы проекта, субсидии помогут увеличить турпоток более чем на 100 тысяч человек в год. Среди сибирских регионов господдержку получат также Бурятия и Иркутская область.